Вступительное выступление сводной роты почетного караула. В ее состав входят подразделения вооруженных сил, Государственного пограничного комитета, а также внутренних войск Министерства внутренних дел. Сегодня в плацконцерте принимает участие 112 человек. В этом году в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне подготовлена новая программа выступлений. Многие элементы вы увидите впервые. Сценарии выступления разработали сами военнослужащие роты под руководством своего командира Владислава Шепелевича. Чтобы добиваться такой четкости действий, необходимы месяцы напряженных тренировок до 8 часов в день. Кроме этого, в выполнении строевых приемов военнослужащим понадобилось выработать своеобразное коллективное чувство ритма. Сейчас вы можете наблюдать абсолютно новый элемент под названием циферблат. Выдерживая идеальное равнение, военнослужащие движутся против часовой стрелки. Выступления сопровождаются музыкальными композициями «Фантазия» на темы песен военных лет в аранжировке Ильи Купреева. Впервые военнослужащие роты почетного караула демонстрируют элемент белорусского народного орнамента «Молодость». Белорусский орнамент – это своеобразное послание от предков нынешнему поколению. Любить родителей и землю, уважать старших, не бояться работы. Военнослужащие роты почетного караула выполняют элемент «Хоровод». Впервые элемент домино выполняется в форме круга. Мастерство военнослужащих роты почетного караула заслужило признание и высокую оценку на международной арене. Их выступления видели в России, Китае, Франции, Венесуэле, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. Рота почетного караула является одним из наиболее элитных подразделений страны. Основу составляют военнослужащие срочной службы со всех регионов Беларуси. А служба в ней считается особенно престижной и почетной. Ровно 75 лет назад завершилась самая жестокая и кровопролитная в истории человечества война. Сегодняшний плацпарад – это дань памяти поколению героев Великой Отечественной, отстоявших нашу Родину. Это гордость и слава
непокоренного народа Беларуси. Земной поклон вам, дорогие освободители, и память благодарных потомков!